Найди правильную голову! У меня прям есть такое предчувствие, как будто бы это Скибиди Туалет с настоящим подвохом! И походу там должна быть настоящая камера! Ты думаешь, ответ под буквой Б? Давай проверим! Но мне кажется, что ты ошибаешься! Окей, ты ответил правильно! О, Борис, я же тебе говорил то, что там был настоящий подвох! И это оказалось просто фейковая анимация! Ну, точнее, анимация из параллельной вселенной! Ага, из мультивселенной Скибиди! Найди лишнего ТВ-мена! А ну-ка, дайте-ка я попробую его найти! Так, смотрим внимательно! У него 100% будет отличаться свечение! Нет, Сёма, у него отличаются телевизоры! Прям в третьем ряду снизу! Ну, короче, я успел его найти! Борис вроде как даже не успел сказать, а мы будем ему засчитывать правильный ответ или нет? Конечно будем, ты чё? Угадай персонажа по звуку! Коби, дай я отвечу на это задание! Слушаем! Кажется, я уже знаю! Да, Кубик, я на все 100% уверен, что это большой ТВ-мен! Самый первый! Реально? У нас даже осталось немножко времени, чтобы ты успел поставить лайкосик! Надеюсь, ты успел это сделать, но Борис все-таки реально был прав! Блин, Кубик, да как он вообще это сделал? Мне кажется, он настоящий читерюга! Нет, это вообще-то было изи! Найди три отличия! А вот сейчас моя очередь попробовать найти эти отличия! Сразу же вижу то, что сзади не хватает двух когтей, снизу на поясе телевизор какой-то слишком большой на второй картинке, а еще немножко отличается ядро. Там не хватает какого-то когтя. Найди правильную голову Титана. Блин, Кубик, а что это за Титан за такой? Это же камерамен. Я угадал, башка под буквой Б. Сёма, ты чё, придурочный что ли? Ты еще скажи, что это ТВ-мен. Ладно, это ТВ-мен. Сёма, дебил, это же был спикер. Как можно было это не угадать? Блин, да я просто в этих ваших титанах вообще нифига не разбираюсь. А, это реально спикермен титан что ли был? Вот блин. Найди лишнего Джимена. Да, я лучше на это задание попробую правильно ответить. Так, смотрим внимательно. Кубик нашел! В четвертом ряду посередине у него лазеры почему-то синего цвета. А как это вообще так? Сёма! Ты как вообще это нафиг увидел? Этого даже незаметно! Ха-ха, просто я лютый профессионал в скибидистах! Да уж, это я уже понял. Угадай персонажа по звуку. Чур, сейчас угадывать буду я. Слушаем. Так, ну, это, по всей видимости, должен быть какой-то Джимен. И мне почему-то кажется, что это Джимен с пятой картинки, у которого самые настоящие лазеры... Чё нафиг? Кубик, ты чё? Это же последняя серия, когда наш ТВ-мен уничтожил учёного. Да уж, ну ты и нубас. Чего, блин? Как я мог этого не угадать? Найди три отличия. Да уж, нифига без меня не можете. Смотри, на телеке на одном нету свечения, потом не хватает ещё одной стрелочки у него на зубах, а третье отличие... Блин, я не успел его найти! Да уж, Борис, кажется, ты тоже немножко зафейлился. Найди правильную голову скибидиста. Ха-ха, зато я сейчас не ошибусь. Я, конечно же, знаю то, что здесь у нас должен быть настоящий джименчик. Поэтому башка под буквой С. Ну ладно, Сёма, это задание было на самом деле немного легкое. И я был бы очень рад, если бы ты ошибился. В смысле, ты чё, дурак, что ли? Мы бы тогда лишний балл не заработали. Нет, мы бы тогда просто убедились, что ты на самом деле лошара. Найди лишнего спикермена Титана. Вау, Кубик, нужно срочно найти этого спикера. У него 100% будет что-то не так с его колонками. Или с его ядром во втором ряду в самом конце. Окей, Борис, ты смог отгадать на последней секунде. Угадай персонажа по звуку. Так, погоди, в прошлый раз я зафейлился, сейчас мне нужно исправляться. Короче, это точно не оригинальный сериал Скибиди Туалета, и по последнему слову Америка я понял то, что это, походу, самый настоящий туалет Трамп на картинке под номером 2. Ха-ха, это было изи! Да уж, ладно, хотя бы здесь я не зафейлился, но эту анимацию я вообще вижу впервые в жизни. Чё это нафиг за дичь? Ага, а мне кажется, анимация прикольная. Найди три отличия. Кубик, я сейчас их найду. На двери не хватает наклеечки. А второе отличие, не хватает красной штуки на бомбе, а еще
На дороге что-то не так, не хватает полосочки. Окей, Борис, ты реально смог найти все три отличия. Юху, мы получили еще один балл. А сколько уже баллов у вас? Найди правильную голову скибидиста. Так, ну я же правильно понимаю то, что это самый настоящий Джимен. И по всей видимости Джимен самый последний. Потому что на первом у него должны быть настоящие лазеры. А здесь, как ты видишь, их конечно же нету. И мы ответили правильно. Да, Кубик, это же вообще самая первая серия. И там Джименчик просто был еще не прокачан. Да, мы это, конечно же, помним. Если ты вдруг знаешь, какая это серия, можешь нам подсказать. Мне кажется, что где-то пятая или шестая. Найди лишнего скибиди ученого. Блин, скиблин, да я не понимаю, почему эти картинки слишком маленькие? Это вообще Unreal какой-то. Ладно, Борис, придется мне тогда найти правильный ответ. Там они все какие-то слишком одинаковые. Кажется, я зафейлился. Вы серьезно? Ха-ха, Кубик, кажется, это было легкое задание, а ты его слил. Угадай персонажа по звуку. А это попробую сделать я. Ну-ка. Ха, вы серьезно? Кубик, я тебе могу ответить просто на первой секунде. Ну, давай, отвечай. Чего ты тогда ждешь? Это, пожалуй, самый настоящий божественный скибиди туалет. Ха-ха, Кубик, это было изи. Окей, Сёма, кажется, ты правильно ответил, но тебе просто повезло. Так-то ты вообще настоящий нубасик. А сейчас вообще-то обидно было. Найди три отличия. А ну-ка, дай-ка я попробую их найти. О, сверху до домой не хватает каких-то лазеров. У него сломались очки, а еще отличаются колонки. Юху, это было изи. Найди правильную голову скибидиста. Ёк-макарёк, а что это за скибиди-туалет за такой? Я вообще вижу его впервые в жизни, но по вот этому белому свечению мне кажется, что это башка под буквой Б. И я прям на 90% уверен, что я ответил правильно, хотя я его вообще ни разу не видел. В смысле, Кубик, ты чё? Это же оригинальная серия скибиди. Ты чё, её не смотрел, что ли? Сёма, да я просто как-то этого не припомню. Ты вообще уверен, что это оригинальная серия? Ага, на все 100%! Найди лишнего скибидиста. Картинка, конечно, сложная, но я сейчас справлюсь. Так, по-любому что-то не так будет с колесиками. И... А, Кубик, смотри, в самом конце, кажется, кто-то отпилил ему голову. Кто это сделал? Угадай персонажа по звуку. А сейчас, походу, моя очередь. Так. Это точно Джименчик? И мне почему-то кажется, что это Джимен, который смотрит к нам в окно. Он вроде тогда пытался прибраться в нашу лабораторию. Чего нафиг, Борис? Ты как вообще это угадал? Мы реально были в какой-то нашей секретной базе, и там Джименчик наш спалил. Я вообще только что с Бориса был максимально в шоке. Найди три отличия. Давай-ка я попробую это сделать. Сразу же вижу то, что у Титана не хватает одной колонки на плече, потом у Спикермена не хватает одной колонки посередине, а еще не хватает башни на здании. Фух, я уж думал то, что я зафейлюсь, но я все-таки получил плюс один балл. Найди правильную голову Титана. Блинский блин, да что это опять за Титан-то за такой? Сёма, ты нифига не знаешь, поэтому просто молчи. Это, конечно же, Титан-камерамен, поэтому у него должна быть настоящая камера. Башка под буквой Б. Это задание было самое легкое. Ну не знаю, я бы, наверное, ответил неправильно. Конечно, ведь ты настоящий нубик. Сам такой. Найди лишнего скибидиста бомбу. Кубик, мне кажется, что у него будет что-то не так с его вот этими вот бочками. По-любому они будут как-то отличаться. О, нашел в предпоследнем ряду посерединке. Кажется, забыли сделать наклейки, что это опасно. Да уж, Сёма, ты походу очень внимательный. Угадай персонажа по звуку. Кубик, дай я попробую это сделать. Ой, а ты слышал, что было в начале? Да, я знаю, это же был самый настоящий динамит. Точнее, нажали на кнопку «Ба-ба-бу-еу». Ёк-макарёк, а чё эта кнопка означает? Ты чё, забыл? Она просто взяла и всех скибинишников взорвала. Правда, нам потом тоже немножко досталось. Найди три отличия. Так, ну смотри, на колонке не хватает одной серенькой кнопки, потом 100% что-то не так будет с его джетпаком. Вроде они одинаковые. А, там не хватает одной серой кнопки на джетпаке, а третье отличие это... Не хватало полоски? Вы серьезно? Найди правильную голову камерамена. Кубик, мне кажется, это камерамен самой первой версии. И у него должна быть башка
под буквой С. Борис, а ты в этом уверен? Не совсем, но давай отвечу прямо так. Сейчас посмотрим. Фух, не ошибся. Окей, и это походу реально самые первые серии Скибиди Туалета, когда у нас только появился Титан Камерамен. Блин. Лучше бы его вообще никогда не создавали. Найди лишнего ТВ-мена Титана. А вот сейчас, пожалуй, отгадывать моя очередь. Давай смотреть внимательно на его телевизоры, ведь мне кажется, что отличие будет именно в них. Блинский, блин, да все картинки какие-то одинаковые. Во втором ряду в самом конце у него с другой стороны тоже торчало щупальца. Ладно, хоть я успел правильно ответить. Угадай персонажа по звуку. Так, ну смотри, остались одни скибидишники. Отвечать буду я. Так. Это Джимен? Тот самый лазерный Джименчик, кубик, про которого ты говорил в самом начале. Да вот же он прямо сейчас появился. Юху! Окей, а я реально в самом начале подумал то, что это был он. Кажется, я там ошибся, а вот сейчас Сёма ответил правильно. Найди три отличия. Вау, смотри, у нас отличается телевизор, там эмоция повернута. Другой телевизор появился на поясе, а еще третье отличие у него прям в его... там телека не хватало, да? Да, Борис, и я это отличие увидел самым первым. Вот, блин, а я зафейлился. Найди правильную голову скибидиста. Ха-ха, Губик, смотри, этот скибидист схавал вашего камерамена. И я помню, кто это был. Конечно же, чувак под буквой А. Да уж, задания какие-то слишком легкие. Так за это время можно было тогда еще просто подписаться на канал и поставить лайк. Борис, я думаю, то, что зрители и так это, конечно же, сделали. А если еще нет, поставь его прямо сейчас. Найди лишнего скибиди полицейского. Да блин, я не понимаю, почему мы всегда ищем только одних скибидистов. О, а я, кажется, нашел. Купим, смотри, в третьем ряду снизу, в самом начале, у него почему-то горит синяя лампочка, а у всех остальных красная. Офигеть, чуваки, я не понимаю, вы как это делаете? Это отличие ведь вообще какое-то супер незаметное. Угадай персонажа по звуку. О, а это хочу сделать я. Так. Короче, у меня уже есть предположение, что это настоящий Джименчик на предпоследней картинке в первом ряду. Я же не ошибся. Ю-ху! Окей, Борис, я тебя поздравляю. Ты нам принес еще один балл. И это, конечно же, был тот самый Джименчик. Стоп, а мы же уже сегодня видели эту анимацию. Ёк-макарёк, так ты что, считерил, что ли? Не-а, все было по чесноку. Найди три отличия. Давай смотреть внимательно. Сразу увидел то, что сзади не хватает одной лампочки. Потом что-то не так будет в контейнере. Все чуваки вроде... Я увидел! Кубик, а ты что на паузу поставил? Просто я бы не успел сказать. Смотри, первое отличие, сверху не хватает одной точки, а второе, сбоку не хватает полоски. Кубик, и ты что, оба отличия заметил за одну секунду? Ага, походу на самой последней секунде. Вот и четверюга, конечно. Ну ладно. Найди правильную голову ученого. Кубик, это нечестно, нам дали подсказку, нам сказали, что это ученый. Ну ладно, я это и так знал, ведь правильный ответ под буквой Б. Ага, только если бы тебе не сказали, что это ученый, ты бы 100% ошибся. Не, Кубик, ты чё? Я же в скибидистах самый настоящий про. Я не могу ошибиться. Найди лишнего спикермена Титана. Так, лишний спикерменчик у нас находится прямо... Ножи все одинаковые, свечения тоже все одинаковые. Да где? А что там не так? Кубик, присмотрись внимательно. Я вот смотрю и тоже не понимаю. Вот я сейчас смотрю на эту картинку, даже супер приближенно. Они все равно две одинаковые. Я не понимаю, где там отличие. Ха-ха, Кубик, спроси у подписчиков, они тебе подскажут. Угадай скибидиста по звуку. А это отгадать попробую я. Мы же это видели! Это ведь самый настоящий ученый, который подсунул вирус нашему камерамену! Воу, реально? Борис, а как ты вообще это понял? Походу да, звук был точно такой же. Окей, это было изи. Найди три отличия! Воу, это кто, блин, еще нафиг такой? Ладно, у него не хватает одного щупальца справа. Еще не хватает на штанах одной штучки, а третье отличие, я не понял. Борис, там не хватало одной синенькой кнопки. Вот блин. Найди правильную голову камерамена. Ха-ха, Кубик, нам дали подсказку, это камерамен. Стоп,
А там что, все три головы от камер, что ли? Угу. Блин, ну пусть будет тогда башка под буквой Б. Но я немного не уверен, но сейчас проверим. Ёк-макарёк, ошибся! Да уж, Сёма. Ты дебил, ты понимаешь, мы за тебя профукали один целый балл. Ну и что? Заработаем в следующем уровне. Найди лишнего скибиди ученого. Мы уже сегодня находили похожего скибидиста, у которого не было глаза. Поэтому смотрим внимательно. Ага, вы серьезно? У него просто телевизор и колонка поменялись местами в самом конце, посередине, там, это, какой ряд? Четвертый получается или пятый? Кубик, не важно! Главное, что мы ответили правильно! Угадай скибидиста по звуку! А ну-ка, разойдись! В дело вступает профессионал! Ну, кажется, я знаю. Это Изи. Это чувак, который находится в первом ряду посередине. Я, конечно, не знаю. Это вроде как обычный скибиди-тубзик. Но самое главное, что ответил правильно. Окей, Сёма, молодец. Ты все-таки принес нам тот самый дополнительный балл. Но в прошлый раз мы все равно зафейлились. Найди три отличия. Воу, я сразу нашел, что надписи не хватает на камере. Второе отличие. Справа на фоне не хватает горы. А третье... Воу, у него под рукой не хватает оружия, маленького кусочка. Найди правильный телевизор. Ёк-макарёк, я, конечно, попробую это сделать, но тут телевизоры все какие-то одинаковые. И по расположению камеры, мне кажется, что, скорее всего, правильный ответ под буквой С. А еще там снизу есть небольшое синее свечение, и оно еще есть на картинке. Поэтому я догадался просто из этих факторов. Нифига себе, Кубик, какой ты внимательный. Я бы, наверное, лучше ответил ответ под буквой А. Ага, и сразу бы ошибся. Найди лишнего камерамена. Ну-ка, дайте-ка я попробую найти вашего этого нубасика. Так, смотрим внимательно. Кубик, кажется, у меня проблемки. Я не знаю, где лишний чувак. Да уж, Сёма, я так и подумал. А задание было на самом деле легкое. У него отличалась его камера. В смысле? Они же вообще похожи. Где они нафиг отличаются? Угадай персонажа по звуку. Здесь у нас всего лишь осталось два варианта ответа, поэтому это будет изи. Мы, конечно же, помним даже номер этой серии. Это вроде как серия под номером 2. И правильный ответ вот этот вот с зеленой башкой, который находится прямо рядышком со мной. Юху, Кубик, красава! Это реально было очень легкое задание. И мы получили еще плюс один балл. Найди три отличия. Так, ну я сразу нашел то, что не хватает пушки снизу. А какие еще отличия, я не понимаю. Сёма, посмотри просто очень внимательно. Ну, или можно просто попросить подписчиков. Вы можете тоже попробовать найти здесь отличия. А еще обязательно поставить лайкосик, подписаться на канал. И, конечно же, глянуть следующее видео. Ведь оно здесь уже появилось. Я вообще не понимаю, чего ты ждешь? Нажимай на него скорее.